Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу познакомить вас с необычным материалом для лепки, который вы можете делать сами. Это соленое тесто. Лепить из соленого теста одно удовольствие. Из него получаются прекрасные поделки, которые будут радовать вас долгие и долгие годы. Итак, нам потребуется мука, соль и вода. В глубокой миске смешиваем муку и соль. Добавляем понемногу воду и хорошо перемешиваем. Получившееся тесто не должно разваливаться и прилипать к рукам. Соленое тесто – это уникальный материал. Его можно сочетать практически со всем – шишками, ракушками, монетками, семенами. Поделки после сушки можно раскрасить, а можно сразу сделать цветное тесто. Для этого в тесто надо добавить гуашь и размять его. После того, как ваша поделка будет готова, ее необходимо высушить. Для этого ставим ее на окно на несколько дней. Оставшееся тесто убираем в контейнер и ставим в холодильник. Там оно может храниться долгое время. Надеюсь, вам было интересно. Лепите с удовольствием!